Май вновь с вами. И сегодня у нас челлендж. Засмеялся, проиграл, в котором мы всегда проигрываем, потому что смотрим смешные видосики. И смеяться вообще хорошо. Поэтому погнали смеяться, прикалываться и так далее. О, битва роботов. Любил такую фигню в детстве. Вы смотрели в детстве? Вот такого я не смотрел. Как он так быстро двигается? Он... Это был быстрее, чем Соник. Серьезно? Испугаться самому себя это сильно. Актуалочка подошла, как я понимаю. Don't worry, it's not corona. Он сказал, не переживайте, это не корона. Пронос распространения. Серьезно? Чё? Свиданные вымышлены. Да нет. Не думаю, что в России быстрее все будут распространяться. Я очень надеюсь, что в скором времени пик распространения уже закончится. Очень надеюсь. Скажи, мяу. Какой-то не очень-то добрый и хороший котик так-то. Союз смеха. Опа-на. Да, это союз смеха, да, это классно, ребята. Ссылка на оригинал в описании. Народ, давай. Народ, вы знаете, что надо смотреть видосик дальше, поэтому включаем дальше. Он, она рыбу ушатала или что она ушатала? Наверное, она глушанула вот так вот рыбу. Тикай! Тикай с городу! А зачем он оружие, опа, выкинул? Он успеет убить? Ноль патронов! Братишка, как же тебе не повезло. Вот это взгляд у котика! Коты такие суровые иногда бывают. И собачка такая. Меня зовут Екатерина Крикадзе, Саша Филипенко. У нас сегодня в гостях Леонид Агутин. Очень рад, что вы меня сюда позвали. Я не рад, что вы меня позвали, да? Жаль, что я пришел с вами к вам на передачу. Очень жаль. Как бы с вами мнение поменялось. Что ж там ему такое задавали и спрашивали, что он аж так расстроился. К сожалению. Ну что поделать, что поделать, жизнь такая. Сейчас будет отрыв, да? Вот нормально! Вот это он шарит надо, вот так, да! Нужно держать руку не только на пульсе, но на горле всех граждан нашей страны. Пришла пора есть уши людей. Классно. А вы думали, знаете, почему я в наушниках? Мои уши уже съели. Мои уши уже съели, их нет! Поэтому наушники это просто прикрытие. А она не открывается теперь. Ну все, Габен, приехали. Half-Life Алекс. А чё мне? Открывается теперь. Ну все, Габен, приехали. Чё, вообще не понял, ладно, мема. Пошел на сюда. Да никому ты тут не нужен. Тебя не звали. Вот именно. Тебе тут не рады. Никто вообще. И больше никогда не приходи. Возвращайся на свою планету, жопа. Смыв так устроен? Неплохо. Это... Вот это, знаете, можно тупо там еще устраивать себе тренировки перед байкерскими заездами. Прикольная тема. Но это так, это так не гигиенично подумать, надо полностью обхватить ручку, чтобы дернуть. Это не просто нажать пальчиком. Если это стоит в общественном туалете, бедные бактерии на руках людей, там их только плохих. Где? А? Ой, прости, ты с досками слилась. Был пацан, нет пацана. Ага. Ага. Ого, люблю следить, смотреть видео, как кто-то ходит в туалет. Знаешь, это мое хобби. Смотреть на то, как писают люди. И не только. Вот это вообще годно. А неплохо. Любой мужчина вайбит. Тупо флекс. Не трогай. Офицер полиции. А чё он нарушил, правильно? Я слышал, там типа был шрифт Брайля, который был тоже нарисован. Пока, братишка, пока, братишка. Directed by, да, directed by.
Это, знаете, скилл читеров, которые все равно только первый раз в игру зашли. Вроде читы есть, а все равно умирают, типа, на этом уровне. Это очень смешно было. Коронавирус в Сидоровке. Он надвигается на нас. Зомби-апокалипсис. А че тут реально такой поход людей? Почему все пьяные идут и все так разнобой? Окей. О, он будет драться со самим собой? Ага. Ну, был видно переход, но все равно круто сделано. Ну, круто сделано, забавно. Спалился. Ага, и чем спалился-то? Постой, прости. А зачем пылесосить? Не, я понимаю, пылесосить, знаете, там, где не может достать робот пылесос, в каких-то сложных углах или за какими-то тумбочками, но я просто не совсем вижу смысла там прям... Ну, хотя там, скорее всего, мощный пылесос, какая-то тряпка на нем была, что ли. Но мощный пылесос я еще могу прошарить. Короче, я уже 4 дня сижу дома. Классно. И у меня как бы один вопрос. Я что, один дома сижу, что ли? Здесь нет дыма. Это так обидно. Ну, реально, люди, ну, будьте вы ответственней. Мойте руки, носите маски, сидите дома. Ну, хоть выходите на улицу только по потребности купить поесть, в конце концов. Ну, или купить какую-то нужную вещь, если она резко вам понадобится, которая очень вам нужна. Ну, не, блин, не выходите на улицу погулять, с друзьями встретиться, попоцеловаться с каждым встречным. Вы же переносите потом болячку своим же родным. Ваши родные потом будут болеть. Вы понимаете, что вы делаете все это неправильно? Зачем? Никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? Лукашенко? Я тоже не вижу. Я тоже не вижу. Но, папа, мост. Это пустяки. Вылезай и толкай. Но, папа, вылезай и толкай. Фитнес-центры закрываются, у нас есть видео из будущего. Это ты на пробежке, когда закончится карантин. Жестоко. Что он делает? А не надо отвлекаться, вот так и получил пол. Я бы квартиру спалил. О, чё он такой громадный, блин? Я так боюсь таких тварей, пауков. Эти всяких... Прикольно сделано. А, я видел этот канал. Я знаю, что это за канал. Короче, кому интересно, что это за канал, можете просто написать Billy Eilish with Cat, типа Billy Eilish с котом, Bad Cat, вот так напишите, там будет ролик, и там всегда, короче, как понимаю, семейная пара монтирует ролики со своим котом, вставляет их в популярные другие вещи. Ну, короче, это забавно, поэтому посмотрите, реально забавно сделано там все. Ох, и полетел! Приходик слой, о да, интересно. Секунду спустя ответа на магии нет, да? Сколько тут народу? Жесть. Что это было? Блин, видос забавный. Видос забавный. Было много забавных моментов, много жизненных, особенно с тем, что почему люди до сих пор гуляют толпами на улице, особенно молодежь, которым по 15-16 лет. Вы моя. Вот я знаю, что в основном меня смотрят как раз вот молодежь, там 13 плюс лет. Пожалуйста, сидите дома. Карантин – это не каникулы. Карантин – это не выходные. Карантин – это не чтобы погулять на улице, на шашлычки съездить. Карантин для того, чтобы разносить болезнь везде. Карантин, чтобы сидеть дома. И быть очень бдительным, аккуратным со всем этим. Будьте, блин, что вы делаете? Зачем? Вот самое интересное, вот народ, блин. Казали карантин, сидите дома, блин, гуляют.
каникулы, блин, тепло, нормально. Сидят дома. Вы не можете делать наоборот все. О, ребят, ссылка на оригинал в описании. Не забывайте подписываться на канал Союз Смеха, также не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки, подписка очень важна. Какие у меня рекламы на канале нет сейчас. Все, я ее убираю полностью. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосы, пишите комментарии. Вы еще ролик можете попасть таким образом. Мне это очень важно. И еще, знаете что? Забыл очень важную вещь сказать. Особенно важно. Колокольчик нажимать. Колокольчик — это супер важно. Колокольчик, все оповещения, я буду прям польщен. Ну и до скорых встреч. Все, что я могу сказать, до скорых встреч. Скоро еще новый ролик. Да, вот так вот. Удачки.